Кто носит фирму Adidas, тому любая баба даст. Кто носит фирму Puma, давайте проверим, насколько бесшумно это сейчас произойдет. Поехали. Ага, хоть я и в спортивном зале, но я уже нашел свой снаряд. Свадебный торт! Друзья, скоро будем его есть, но это попозже. А сейчас пойдем общаться со спортсменами и с людьми. Спорт, 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 это жизнь. Спорт, без спорта нам никак не выжить. То что, без чего мы умрем? Спорт! Прикиньте, тут, короче, пришел Джей и диджей. Че, блядь? Ира, почему ты сегодня одетая? Ладно, шучу, извини, пожалуйста. Давай, открой мне один большой секрет. Что в майонезе обозначает ежика? Ебейшая жопа. Жопа-ка. Все, отписывайтесь, она на букву К ничего не знает, блядь. Ебучий жировой компонент. Охуй. Это ты как будто, блядь, меня описал сейчас. Писа, игнорируем ведущего. Просто стоим, игнорируем ведущего. Стою, игнорирую ведущего. Пилотки, прячьте, блядь, там пилот приехал, да. Че, расскажи про Сибирин Фит, что знаешь? Ебейший клуб, просто. Вообще, ты хоть раз познакомился? Регулярно. О, вот, блядь, пиздец. Ты чё, блядь, Джейк, что ли, нахуй? Игнорируй ведущего, заеб. Он сейчас взорвется. Пока он не взорвался, зададим ему вопрос. Как сам, брат? Нормально. Все, нормально, живется тебе, хорошо? Да, хорошо. Ты одинокий? Нет. Как будто одинокий. Пацаны, здорово. Чё у вас за кружок здесь? Просто занимаемся. Просто занимаетесь? Никакого направления нет? Типа пилатес? Нет. Нет, просто качаетесь? Просто. Понял. Извини, что подошел. Так, как у тебя дела? С чем? С чем вообще? С развитием? С акциями. Че, мать, как жизнь у тебя? Рассказывай. Очень тяжело приходит. Почему? Больно. Больно? Так а может ты нормально сядешь, все нормально будет? Батоны охуительные! Добрый вечер, дорогие друзья! Это прямая трансляция с Орехова-Зуева. Здесь надзиратель Ореха. Здравствуйте, как у вас настроение? Здравствуйте, все очень круто. Если вы хотите накачать жопу, в первую очередь нужно качать жопу. Вот так вот он и провалил экзамен по философии, блядь. Пойдем дальше. Здесь очередь неспроста, непростая очередь, потому что привезли Ленина. Как вы понимаете, там дальше жим лежа будет. Не зная, что происходит там сейчас, люди тихо смотрят на... Привет. Я люблю Оксану Лебедю. Сколько там уже? 17 есть? Ооо, здорово. Че, кто-то телефон разъебал здесь? Да. Ты сейчас жал лежа, что ли? Не, я бухал вчера. Давай. Они радуются. Они радуются, что человек под штангой не умер. Что тут происходит, расскажи. Здесь качтуса. Качтуса? Что тут люди делают? Качаются. Все, я понял тебя, мать, давай, все. Че, рассказывай, как спорт там? Лям туда, лям сюда, короче, гиря 1 килограмм. Нормально, я слишком... Я хотел спросить, есть бабок перехватить у тебя? Нету, если честно, все вложено в Сибириан клуб, самый лучший клуб в городе. Сибириан клуб, че это? Сибириан Фиджи. Сибириан клуб, блин. Ты туда вкладывался. Мы до сих пор игнорируем ведущего. Вот даже сейчас пройдем, его нет. Сделаем вид, что его нет. Его нет. Мехинг залупа. Здесь кушают люди или что-то там делают. Но для начала пойдемте посмотрим на великий... Африканцы, конечно. Приятного аппетита, брат. Спасибо, бро. Расскажи, пожалуйста, как спортивные успехи твои? Все отлично. КМС взял? Что, взял? КМС. Не взял. А чё? Я не знаю, что это значит. Не знаешь, бери, похуй. Обворожительный, уважаемый, единственный человек. Здравствуйте. Все, тогда поздравления для Сибирин Фит. Ладно, это профсоюзная 17, коллеги адвокатов Тюменской области. Адвокат Аглюлин Рафик Фаридович, 89-2483-8964. Звони, с днем рождения. Вошли в самый страшный угол этого помещения. Вот что можете пожелать? Оставаться также лучшим клубом в мире. Пиздец. Он маскируется под Розенбаума, но это Витя Комп. Сейчас до него докопаемся. Сможешь шлепнуть его? Нет, нахуй надо. Давай, сделай шлепнуть. Нет, ты шлепни, скажи, что я... Что пожелаешь для гостей, которые приходят к тебе всегда?
Счастья, здоровья, удачи, и чтобы оставались нашими клиентами и друзей подтягивали. От души, брат. Шутить и выебываться не буду, пизды получать не хочу. Ешки в продуктах, это вредно? Да. А если у меня Мерседес Ешка? Поешь? Что такая вредная? Да нахуй, давай, давай, сука, давай, ебашу, нахуй, бля. Как тебе техника? Какая именно? Вот его техника. Слабовато. Пизды получать не хочу. Позеры. А как вот, блядь, деньги в долг дать брату? Чё, брат, как думаешь, за пару месяцев так же получится у меня? Выключи камеру, пожалуйста. Мощь, а есть... Есть мощь, сила, ярость. Всё, достаточно. Спасибо. Расти и развиваться. А вы что пожелаете для Сибирянфит? Не слышу ничего. Вообще, просто что чувствуете, то и говорите. Так а какой вопрос-то был? А, процветание. Это уже было. Ну, еще раз процветание. Два раза процветать? Да. В один год? Да. Прекрасно, спасибо. Че, за сколько фотик у тебя? 10 тысяч. Кучеряво живешь? Вы куда идете? Там тусовка же, вы че, куда идете, девять? Не уходите быстро так, не уходите. Пожалуйста, не уходите. Если у нас есть шанс какой-нибудь у нас. Заебачка. Ты что, здесь драки, да, преподаешь? Кого преподаю? Драки. Нет, я за мирное. Если что, мы, короче, неудавшиеся моменты потом в конце под музыку вставим твои. Хорошо. Все, спасибо, брат. А вы что, домой уже? Я все, да. А что, натренировались? Конечно. Там поели уже? Точно. Там жим-леж делали? Exactly. А на дорожке ходили? Ну, я завтра приду, похожу. Сегодня уже все. Завтра придете, походите. А этот, видео-то снимай дальше. А горький вкус твоей любви меня убил, теперь без сил. Я истощился. И он из... Когда интервью больше не у кого. Мы игнорируем ведущего. Игнорируем до конца. Джей до конца игнорируем его. Че, пацаны, к вам тренер-то подошел хоть? Нет. Нет, все, до сих пор сидите, ждете тренера. Да просто сидим, ну. Понял, че, холодно просто на улице? Да. Сколько еще сидеть будете здесь? Час максимум. Понял, брат. Все, через час подойдем тоже. Давай. Че маешься-то? Че, бедолашка, мучаешься? Подружка. Привет. Как чувствуешь себя? С ума сходит, беда. Фу, бля! В нынешнем светском мероприятии угощают едой. Сибирянфит вообще просто говорит, приходите, качаться не обязательно, можете поесть. Я поел дома. В спорте главное, на самом деле, самое главное в спорте это вовремя и боюсь бесплатной еды. У кого-то качество, у меня хавч. Могу говорить что угодно. Главное, друзья, то, что мы видим в своей жизни, это всегда красота. Красота в нашей жизни это главное. Я буду говорить абсолютно что хотите, что угодно. Но главное, то, что вы видите, наслаждайтесь этим. Фу, блять. Пизды получать не хочу.